Доброе утро, мы на даче. Помните, я в последнем обзоре Fix Price показывала эти зеркала. Сейчас буду их перекрашивать, а заодно и вот этот венок. Ну, как-то так. Я решила покрасить еще этого зайца. Это когда-то подарок был новогодний. Дочка маленькая была. Операция обои продолжается. Конечный результат. Не знаю, будем ли перекрашивать вот эти боковушки. Посмотрим. Ну, вот так. 4 одинаковых зеркала я повесила. Посередине венок самодельный. Старая бра. Ну, в общем, все очень бюджетно получилось. И камин. Самодельная настольная лампа. Соседи, доброе утро! Да уж, Юра. Ладно, в общем, ты меня позовешь, когда за медом идти. А? Я здесь кровати новые купила. Ой, ну я приду и все сниму. Не, не надо. Тоня, а тебе бегония нужна? Розовая? Да. Дать? Ну, у меня такая, не, ну, такая вот. Мы ее потом осенью заберем. На. Нет уж, нет уж. Ты мне только горшок потом верни. А смотри, если тебе осенью... Как раз. О, только с парника. Вау, спасибо. О. У нас, кстати говоря... Ой, ничего. В тот раз на окрошку набрала из бочки. Вот и на твоих помидорках у меня 4 помидорки висят, Тоня. Ой, хорошо. Вот так вот. Слушай, а у меня же смотри, сколько этой бегонии. И вон красная в ящиках. У меня ее много. И белая красивая. Тебе по осени, я тогда отдам ее. Ладно, Оль, да. У меня даже эти могу с террасы сейчас отдать. Не, не надо сейчас. Ну ладно. Жалко. Если хочешь венок, состригай со своей стороны девичий виноград. А какие состригать? Ветки надо состригать. Да, потолще. И я тебе сплету тогда. Ладно, давай. А я по вашим просьбам показываю растения, которые любят солнце, выносят солнце. Вот одно перед вами. Это рудбекия. Лилии. Лилейники. Лилейников у меня 6 видов. 3 вида желтых. Обычные оранжевые. Вот эти, которые, кстати говоря, себя прекрасно чувствуют и в тени. И вот эти. Они только-только зацветают. Розы тоже любят солнышко. Флоксы. Гелениум только начинает зацветать. Золотые шары. Предвестники осени, правда. Немножко грустно. Еще хорошо переносят солнце и засуху
частиц шерстистый, он же овечьи ушки. Всевозможные очитки и молодилы. Я просто не могу налюбоваться на эту кубанскую мяту. Мало того, необычный вкус и запах у листьев. Можно и в салаты добавлять, и сушить, чай делать. Но вот эти вот свечи сиреневые, это что-то. Потом очень красивое сочетание сиреневого с золотым. Ну, это я на свой взгляд говорю. Ого! И еще вы меня просили рассказать про бадан. Бадан растет в тени. У него красивейшие широкие листья, розовые колокольчатые цветы на высоких цветоносах. Вообще он, конечно же, красавец. Это многолетник. Мне кажется, он эффектно выглядит и на фоне камней, а также прекрасно гармонирует с хостами. И вот, например, на заднем плане лаконос. Уход, в общем-то, никакого ухода он не требует. Весной удаляю пострадавшие за зиму листья, подсыпаю немного земли из компоста. Если идут дожди, не поливаю. А так, при сухой погоде, полив один раз в неделю. Так, что у нас с огурцами? Вон они. Вон они. А в этой бочке они еще совсем маленькие, но я их и сажала гораздо позже. Ну, завязываются уже малыши. Такие вот у нас помидорки завязались. Приготовил обед. Сейчас будем обедать. И сегодня будем стричь дёрен. В этом году его ни разу не стригли. Уж очень он здоровый. Иду к Тоне за медом. Ее брат держит ульи. И вот мы у него покупаем каждый год, ну почти каждый год мед. Мед вкусный, настоящий. Ой, какая музыка. О, какая тут у них клумба. У меня вот какие клопсы еще. У меня какие? Розовые? Вот такие, а, очень красивые. А у меня розовые тоже есть, но два совершенно другие. Потом с тобой, да? Махнемся. Ага. Да, совсем а другие. А вот этот, смотрите, очень красивенький. Да. Ну, он прям вот... Пошли за медом. Так, я сейчас тоже разуюсь. Да ладно. Ну что, да, конечно. Ковры ты видишь, твои. А мои ковры, да? А чего ж ты думаешь? А, слушай, да. Во, видишь? А, вот, смотрите. Ага. Здесь включаю, правильно? Да, да, да. Из фикса. Слушай, хорошенький. Да. Надо вот один. Выходя из дома, не забудь включить. И самое главное, мозги. Класс. Это календарик. А, мед. А вот и мой календарик, да, что я Тоне дарила. Ага. Угу. Так, я видела в фикс-прайсе. Вот я смотрела на них и думаю, для чего не для соуса, для маленького. Для соуса. Великолепно. Mm-hmm. Даже вот когда... Шашлык ешь раз сюда, не на тарелку, а в него. Слушай, вот эти такие классные. Это где-то такие взяла, такие смешные. Где-то. Здоровские. Вижу качок. Юрий, качок. Давай посмотрим, мне очень нравится твоя беседка. Здесь у них баня. Баня. Все, уже продаете, да? Сегодня ходили. Да я уже поняла, что вы новые. Жалко, конечно, что вы уедете. Очень хорошо. Но подмести надо. Вот такой мед я купила. Ну-ка.
А, хорошо пахнет. Что касается этого светильника с датчиком движения. Да, вроде работает, горит, но работает только тогда, когда светло. Так что думайте, нужно ли вам это или нет. В отличие от этого датчика движения, работает даже в полной темноте. Опа, слегка рукой махнула, и он включился. Так что чудес за 77 рублей не ждите. Виноград амурский. Грозди есть, но очень маленькие. А вот это гроздь из фикс-прайса. Вот это гриб вырос. Ну, пускай растет. Так даже интересней. Вечер тихий-тихий.